Значит, спать хочется безумно. В самолете мне не удалось уснуть только каких-то 2 часа, потому что все остальное время ребенок кричал. Мне кажется, вообще меня преследуют в дорогах кричащие дети. Вот они именно садятся с родителями там, где я сижу. Это такая карма. Наверное, нужно вырабатывать в себе терпимость и понимание. Я сразу себя ставлю на место этого маленького человечка, который не понимает. На него что-то давит, да, самолет взлетает, там или турбулентность, ему страшно, он плачет. И это бедная мама, на которую все смотрят просто коршунами. И она пытается укачать ребенка, его успокоить. В общем, я в себе взращиваю дзен, вот такое спокойное восприятие. Сейчас иду на пересадку, конечно, не знаю, где сегодня буду брать силы. Мне сегодня очень много дел в Киеве сразу же по прилету. Надеюсь, здесь не будет кричащего ребенка. Пожалуйста, пожалуйста. На улице какой-то Армагеддон. Я не понимаю, как пережить этот холод. Еще немножечко погрущу. И больше не буду. Ходила на новую почту за подарочками. Так приятно. День рождения закончился, а подарки мне еще присылают. Класс. Как хорошо, что я родилась в январе. Не прошло и пару-тройку часов после моего прилета в Киев, как я пошла, конечно же, на тонирование к Дэну, потому что у меня съемки буквально через несколько дней, и нужно к ним готовиться. Самое сложное — это после отдыха входить в рабочий ритм. Для меня это самое сложное, но я справлюсь. Это такое необычное чувство — прикасаться к мягким шелковым волосам. Просто все, кудряшки остались на Занзибаре, впереди работа, съемочки. Денис, ты волшебник. Спасибо. Дэн просто волшебник, супер, супер волшебник. Ну что, привет, друзья! Как же я рад вернуться! Я надеюсь, вы соскучились, потому что я соскучился. Уже даже это уже какое-то забытое немного и неприятное чувство общаться с вами. Но, в общем, я здесь, все хорошо. И сегодня, в общем, я побежал дальше по делам. Эта неделя будет очень-очень сильно насыщенная. И скоро вы узнаете, почему. Скоро будет еще больше новостей. До встречи скоро, друзья!